Добро пожаловать на канал «Цвет настроения». 8 марта этого года у известного стендап-комика Михаила Шатца, который признан иноагентом в Российской Федерации, было запланировано выступление на острове Бали. Однако на сцену ему было не суждено выйти. Перед выступлением комика в зал нагрянули местные правоохранители. В результате в рамках иммиграционного рейда Шатца задержали. Тем временем зрители провели 2 часа в ожидании шоу, которое так и не началось. И как предполагают поклонники Шатца, все дело в документах. По закону артист должен был получить специальное разрешение на концерт в Индонезии. Однако представители комика утверждают обратное. Мол, у них были все необходимые для проведения концерта документы, но сотрудники миграционной службы почему-то их слушать не стали. Как бы там ни было, но в итоге Шатца все же депортировали из страны. Сейчас он находится в Израиле, откуда вышел на связь с разъяснением сложившейся ситуации. «Я был в зале, готовился выйти на сцену. Дальше произошло то, что произошло. Своей вины не снимаю, но и не принимаю на себя полностью. Я доверился организаторам, но они, как утверждают, сделали все, что смогли. Видимо, этого не хватило. Деньги за билеты будут возвращены. Я приношу свои извинения. Мне очень жаль», — объяснил Михаил Шатц. А вам, как всегда, спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!